Контактная группа по Украине может собраться до конца следующей недели, сообщил один из участников переговоров в Минске, премьер ДНР Александр Захарченко. По его словам, есть предварительная договоренность расширить состав группы. Представители ДНР и ЛНР намерены добиваться независимости, отметил Захарченко. Пункт об особом статусе в Минском протоколе не окончательный, подчеркнул он.